мне позвонила в пятницу или в субботу. Был поздний вечер, дождь, она ехала с работы. Давно не виделись. Привет. Как у тебя дела? Я в принципе нормально, ты-то как сама. Я вроде бы неплохо, просто замоталась. Бывает. У меня тут дело. Какое? И месяц времени остался. У него ведь скоро что? Будет день рождения. А, хотела песню записать, узнать твое мнение. Ну, она его подруга, а он мой давний друг. Мне как-то радостно вдруг стало. За этих двух она находит время в этой суете, чтоб что-то сделать для него. Огонь в ее душе. Ну давай тогда во вторник. А может в среду? Или в пятницу. Ну на следующей неделе. Вот так мы с ней встречались и находили время, чтоб сделать для него то, что она хотела. Пишет музыку, подберет слова. Наверное, ты. Да. Или может я. Короче, ясно. Все опять на мне, проблем по горло и совсем другие мысли в голове. Я сел, подумал вечером и написал слова о том, что сердце два, но одна судьба. О том, что он мой друг, она его подруга. О том, что люди крепко любят порой друг друга. Короче, наша студия, запись, микрофон. Она волнуется, конечно, чтоб был доволен он. Ну что, нормально? Вроде бы неплохо. Давай концовку еще раз, ты там пропела громко. У нее учеба, домашние хлопоты. Он пропадает постоянно где-то на работе. У них свой мир, свой мир. И там свои заботы. Просто приятно, когда кто-то любит кого-то. Когда ты знаешь, у тебя чье-то сердце бьется.